Комендантский час для школьников. Сегодня кировчане начали получать сообщения о том, что родители начнут штрафовать за появление подростков в общественных местах. Это связано с карантином из-за коронавируса, объявленным в области, и нерабочей неделей по стране. Информация появилась в школьных чатах и социальных сетях. В информации, которая напугала сегодня полгорода, сказано, что начиная с 25 марта полицейские будут патрулировать торговые центры, общественный транспорт и даже улицы. Если там с 11 утра до 9 вечера будут обнаружены гуляющие подростки, родители якобы накажут штрафом. В МВД области эту информацию сразу назвали фейком, сообщив, что такие сообщения сейчас ходят по мессенджерам всей страны. И правдой они не являются. Путаница сегодня возникла и по поводу работы детских садов на следующей неделе. Она объявлена нерабочей, но сады продолжат принимать детей. Будут открыты дежурные группы для детей тех работников, которые в следующую неделю будут работать. Перечень организаций, которые будут работать, определен президентом Российской Федерации. Мы рекомендуем органам местного самоуправления сейчас организовать работу, спланировать работу таких групп. Именно, еще раз повторюсь, для тех категорий сотрудников, которые в следующую неделю будут работать. Что касается школ, то педагоги на следующей неделе работать не будут. После выходных школы начнут дистанционное обучение. Онлайн-уроки будут проводиться в тестовом режиме с 6 апреля, а с 13 все школьники должны приступить к учебе удаленно.